Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 31 год, рост 185 сантиметров, вес 104,8 килограмма. Профессиональный рекорд 22 боя, 17 побед, 5 поражений. И его стиль ММА. Дамы и господа, из Хабаровска Евгений Ерохин! Дамы и господа, встречайте! Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров! А вот его смены красного буклетки. Ему 30 лет, рост 182 сантиметра, вес 120 килограммов ровно. Профессиональный рекорд состоит из 22 боев, 15 побед, 7 поражений. Его стиль ушу-санда. Дамы и господа, из Таристана Сергей Куртецкий, так, Расулов! И ваш рефери в октагоне Питер Маккарти. Thank you.
Итак, дамы и господа, в связи с отказом от продолжения боя соперника по завершению первого раунда, техническим нокаутом победу одержал Сангри Кутенский Расула! Слава победителю! Салам алейкум, Грозный! Для меня этот город баракатный очень. Я тут никогда не проигрываю. Хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики Рахмана. Извиняюсь, устал. За то, что развивает ММА во всем, не только в Чечне, и во всем России, во всей России. Еще раз хотел бы поблагодарить своего менеджера Гаджимурада Караева. Поздравить его, у него недавно дочка родилась тоже. За то, что делает для нас бойцов. И хотел бы поблагодарить сеть за право ВНК, которая тоже помогает Дагестану. От души баркала всем. Салим Гирей, Расулов.